Всем привет! Сегодня мы посетим крупнейшую в Австрии галерею стекла. Познакомимся с современным искусством на самом высоком уровне в крупнейшей в Австрии галерее стекла. С 1969 года является опорной точкой всей арт-сцены многообещающих и всемирно признанных художников в 15 минутах к югу от Вены. На более чем 800 метров квадратных выставочной площади галерея представляет избранные, ценные и художественные произведения наряду со скульптурами и картинами. Акцент делается на стекле. Произведение искусства – искусство в галерее. Если повезет, вы можете увидеть своими глазами стеклодувов за работой с октября по апрель. Представьте, что вы стоите у стекловаренной печи и формируете светящуюся стеклянную массу. Испытать это невероятное чувство в момент творения, когда создается ваша уникальная стеклянная трубка. Здесь также проводят мини-семинары и курсы, которые предлагают для начинающих и без каких-либо предварительных знаний или для опытных пользователей. А также мы посетим заколдованный сад, который недавно создан в студии. Сочетание природы и искусства стекла создает уникальную атмосферу, которая также очарует вас. Парк культуры «Пальмовый дом» в собственном стеклянном пальмовом доме вас ждет круглогодичный тропический климат. Помимо тропических растений, которые около 100 лет, в глубине зеленого ботанического мира собрались и интересные первобытные растения. Производство стекла на более чем 1000 метров квадратных торговых площадей. Все любители стекла, любители подарков и коллекционеры сувениров найдут уникальные изделия из собственных стекольных мастерских. Вазы, статуэтки и миски сияют самыми великолепными цветами и доступны в различных размерах и формах. Являясь лидером на рынке стекла, они также предлагают изделия ручной работы на заказ. Погрузитесь в увлекательный мир стекла. Здесь приглашают вас в путешествие от исторических истоков до наших дней. Познакомьтесь с сырьем, используемым в производстве стекла, и полюбуйтесь творческой обработкой и художественным совершенством уникальных изделий стекла. Для индивидуального тура загрузите аудиогид бесплатно. Liebe, alle gehen da nach hinten. Was machst du hier? Wir machen das gleich, ja? Ja, das ist hier. Ja, doch. Thank you.
Часто. Ja, da muss man irgendwo in die Etage aufgehen, glaube ich.
Weiß nicht. Jedenfalls, wir müssen dann bald einmal verabschieden. Gehst du einmal da hinaus in den Garten. Schaust du? Drehen. Ja, ich weiß. Aber du hast kein Futter. Hast jetzt was zu essen? Da musst du schon richtig was rausnehmen, ne? Ja, die. Alle getroffen. Ja. Jetzt kommt schon. Ja, dann. Bitteschön. Die kennen das Geräusch und kommen Aha. schon wegen dem Geräusch, ne? Ich habe eine Frau gesehen, dass sie ausschaut wie du. Ja, natürlich. Da. Thank you.
Ja, was ist da? Ah, da wächst wieder ein Apfel haben. Hm? Geschenk. Unser Unterfeld ist hin. Ich bin auch.
So, Otto, da haben wir das gleich. You've been here.